Всем привет, дорогие друзья, с вами Валерий Хаус, и мы продолжаем проходить Fallout 4. Так что наливаем чаек, усаживаемся поудобнее, и в ближайший час мы будем блуждать по пустошам, а точнее попытаемся пройти квест под названием, сейчас скажу, «Беспокойные воды». И наша цель — это Грей Гарден. Для начала давайте посмотрим, что мы можем сделать, что мы не можем сделать. Давайте полазим в оружейном верстаке. Так, подробней. Опа-на. Друзья. Сохранить весь хлам. Друзья, да мы можем прямо здесь выложить все, что нам не нужно. Не создавая эти коробки. Что, давайте так и сделаем. Так, симулятор заберем. Сигнальный ракет давайте заберем. Что здесь еще? Очищенная вода у нас 12 штук. Масло, клей, керамика, антисептик. Итак, что у нас есть? Так, у нас силовой брони все равно нету. Давайте уберем. Экс-клетка. Алюминиевая банка. Уберем. Так, тап, выйти. Отлично, вышли. И давайте использовать. Так, что мы можем? Боевой нож модификации нет, гладкоствольный пистолет нет, коллиматорный. Так, что вообще? Боевой нож. У нас есть там ломик или тесак, да? Можно разобрать. Сталь. Отлично. Этот пока мы оставляем, у него патронов дофигища. Так, снайперскую оставляем. Этот оставляем. Так, карта обновлена. Что у меня там? Карта обновилась, почему? Коллиматор не укреплен, ствольный пистолет. 13. Этот 16. А, ну в принципе. У нас есть такой же, только заделанный. Давайте тогда этот разбираем. Лазерный мушкет короткий. Ну, друзья, мне этот лазерный мушкет не очень нравится. Вот. Я его разберу тогда. Хотя, может, его заделать можно будет. Ладно, оставим. Так, ломик оставим, охранный пруд. Давайте охранный пруд мы разберем. Тесак и ломик мы оставим. Укрепленный двуствольный дробовик. Отлично, давайте посмотрим, что у нас там. Лазерный мушкет можем сделать. Стандарт. Так, вес. Снизится вес просто тупо. Понятно. Давайте назад. Так, удлиненный короткий ствол. Так. Оп. Увеличенность дальность стрельбы. Укороченная ложа, ослабленная отдача получается, штатный прицел, увеличенная кратность, превосходная точность прицельной стрельбы, коллиматорная прицельная стрельба. Так, здесь нам нужен фанатик оружия получается, длина прицелов. Но, друзья,
Перезарядку мы сделать не можем, я смотрю. Что-то здесь вообще какая-то... Максимум 4 заряда, 5 зарядов, 6 зарядов. И все равно как бы он не автоматически получается. Вот. Давайте тогда его разберем. Нафиг он нужен. Стали дерево. Так, а заделаем мы... Что мы заделаем? Давайте посмотрим наш 10-миллиметровый пистолет. Что можем... Так. Укреплен ресивер у нас здесь. Автоматический ресивер. Скорострельность у нас прибывается, но урон уменьшится. Повышенная скорость, мало урона, дальность стрельбы. Бронебонис. Улучшенная скорострельность и бронебонис. Уменьшенная дальность стрельбы, малый урон. Так, ну здесь нужен фанатик оружия. Превосходный урон. Более чувствительный спусковой крючок повышает скорострельность. Так, повышает скорострельность, уменьшенный урон, малая дальность стрельбы. Но, понятно. Это нам пока не надо. Так, что дальше? Длинный ствол. Короткий ствол штатный получается. Повышенная дальность при стрельбе, низкая дальность, точность прицела. Повышенная точность при стрельбе от бедра. А фанатик оружия нужен, блин. Понятно. Удобная рукоятка. Штатный магазин. Так. Ну давайте что-то еще посмотрим. Здесь нет. Посмотрите. Лезвие. Нужно лезвие. А что с тесаком? Зазубренный клинок. Так, давайте посмотрим, что мы можем сделать с нашим двухствольным. Ресивер. Еще больше урон можем нанести. Фанатик оружия нужен. Полная ложа. Штатный прицел. Точка. Понятно. А боевой карабин? Так. Стопе. 45. Патрон 34 калибра. Здесь 45 калибра, да? А. 45. Здесь просто патрон. Так. Минус. Плюс. Большой вес, увеличенный объем. Ой, урон. Увеличение урона от критических выстрелов. Увеличение урона. Повышает скорость, мало урона. Ну давайте увеличим ему урон. Отлично. Точность при стрельбе. Превосходная дальность, точность стрельбы уменьшенная. Дача, низкая точность при стрельбе бедра. Давайте так. Укороченная ложа стоит, штатный магазин стоит, штатный прицел. Так, мушка. Это точность, да? Ох ты, какая точность со снайперским прицелом-то таким. Коллиматорный.
Так. Ну давайте оптический. Он более такой у нас. О, большой штык можем. И вот это зашибись. Что заделали мы ружье? Отличненько. Так, снайперский карабин. Давайте еще посмотрим. Уменьшенный урон, нет. Нам надо повышенный урон наоборот. О, укрепленный 42 прям. 50. Мне здесь нужен фанатик. Давайте вот это сделаем. Длинный ствол. Вот здесь уже, походу, везде фанатик нужен, да? Так, штатная ложа. Фанатик нужен. Средняя. Здесь тоже фанатик. Средний прицел. Так. Смотрите, чтобы сделать средний прицел, нужен фанатик оружия. У нас он уже стоит. Так что вставляем. Тесак, укрепленный гладкоствольный снайперский карабин. Убойный. Ну, этот ладно, мы оставим, не будем его заделывать. Или хотя, не знаю, может не поставить все-таки. И поставить-то здесь нечего. Если только дальность увеличить. Быстрый магазин. Смотрите, оптический прицел 80, 86 у нас, 70. Давайте тогда такой оптический прицел сделаем. Что здесь у нас с ружьем? Ружье, по-моему, смотрели, да? Меткость. Давайте меткость улучшим. Ну и все. Выйти. Так. Еще какое-то у нас тут задание дали. Из огня да в полымя. Ну, раз уж мы решили проводы сделать. Так, давайте. Что у нас тут еще мы можем сделать? Давайте-ка, может, вырастим что-нибудь здесь. Так, питание, ресурсы. Еда. Еще можем арбуз. Так, а что у нас, чего у нас нету? Можно еще, кстати, битва злак у нас. Давайте кукурузу. Вот.
Вот что можно посадить. Так, как же тебя поставить-то сюда? Так вот. Что еще у нас есть? Еще кукуруза, морковь. Морковь. И вуаля, у нас новый уровень. Сейчас мы здесь все засадим. Такс, что дальше? Мутафрукт. Отлично, еще дерево мутафрукта. Так, тошка. Это что? Тушка, тыква. Ну и все, да? Остальное не будем. Так, это что? Ресурсы разные. Станция сбора мусора. Дополнительные ресурсы при разборке. Барамины будут оставаться рядом с кормушкой. Позвоните, чтобы собрать находящихся рядом поселенцев. При срабатывании падает находящийся рядом поселенцем сигнал тревоги. А. При срабатывании подаю. Понятно. Только на одной локации передвигает точку прибытия после быстрого перемещения. Это цель быстрого перемещения, понятно. Так. Сирена. Можно будет, кстати, поставить сирену. Но у нас нет стали. Окей, это сделаем потом. Текс. Оборона. Мы хотели посмотреть, там турель поставить, да, какую-то. Оборона. Ловушки. Турель. А, ну у нас нет стали. Ну ладно. Бог с ними. Давайте, друзья. Отправимся в путь. Пес, ты со мной? Что у нас? Добраться до фирмы Финча. Так, боевые... А, без... Цель путешествия. Так, огневая поддержка. Понятно. Давайте. Беспокойные воды. Отправляемся. Ох ты какой. Вообще. Прям... туманную такую погоду отправляемся. Guns, нужны подходящие инструменты. Молодец, прикольно тебе. А, я понял, ОД, это у нас выносливость, да, получается? Так, друзья, у нас есть же этот уровень. Итак, что я хотел? Я хотел, я тут подумал и решил, давайте мы верхнюю вот эту часть... закачаем, потом будем спускаться ниже. Да? Да. Итак, давайте, у нас интеллекта мало.
Интеллект определяет ваши умственные способности в целом. Он влияет на число очков опыта, которые вы получаете. Ваш интеллект повышается на 1. То бишь, мы будем опыт получать больше. Давайте прокачаем интеллект. В начале игры я тупанул, надо было побольше на интеллект потратить очков, которые в самом начале игры дали. Вот. Ну, я затупил. Идем, пес. Ух, какой туман. Воевать такой туман будет очень сложно. Так, 90 метров, друзья. Да, это поселение, оно недалеко. В принципе, мы его проходили, мимо него проходили тогда в прошлой серии. Там были роботы. Помните, да? Ты кто? Это безвредные существа. Это фрукт возьмем. Самка рода оленя. Какой тут автомобиль просто. Где же ты, где? Где же ты, поселение? Так, что за музыка? Тихо. Ладно, идем. Опасность. Опасность. Это так злобно рычит, смотрите. Здесь кто-то есть. Или это влияет? Ух ты, смотрите, смотрите. Вы видели, да? Ух ты. Что происходит с погодой? Почему все пожелтело? Эта жесть начинается. Вы смотрите, смотрите. Ух ты, радиация! Жесть, жесть, друзья. Вы это видите? Собака. Нам нужно укрытие, походу. Бежим, бежим, бежим. Так, синт. Опа. Кто такой синт? Да жесть, ребята. Так. Станция Уберленд. Ух ты, вы смотрите, здесь еще красная ракета. Ладно, будем с этим потом разбираться. Так, 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 так. Помощь. Антирадин. Так, друзья, синт, он плохой или... Где он вообще? Ты где?
Внимание. Похоже, что ваша мастерская раскрыта. Мастерская, маскировка. Тихо. Значит, синт — это плохо. Так. Это киборг какой-то, реально. Он не один. Жесть. Бежим, друзья. Нас атаковали киборги. Воу. Их 3 штуки, я смотрю. Так, друзья. Синты, да? Чем мы можем их зафигачить? Давайте выберем ружье. Попробуем с ружья. Где ты? Ну иди сюда. Ближе. Отлично. Получай. Ой. Готов. Так. С одним разобрались. Их было 3, я как помню, да? Блин, это радиация. Так, человек мертвый. Пистолет института какой-то. Ядерная батарея. Так, а идет у нас медленно, смотрите. Наверное, из-за такой погоды. Так, крышка, патронная шпилька. Пистолет берем. Дорожная кожаная броня. Не надо. Это нам не надо. Так, ну нам нужно туда. Правильно же у нас выбрано задание. Беспокойные воды, да? Все правильно. Сохранимся. Ух ты, неужели становится ясно? Почему мы медленно идем? О! Что это было, я не знаю. Так. Движемся, друзья, движемся. Давайте выберем оружие, может, в быстрые ячейки поставим. Так. Так. Это что у нас, бутылка Молотова? 4, да? Нет, давайте на 4 мы поставим вот этот пистолет. На 3 вот этот пистолет. А, института пистолет, да, на 3. Икс на 5. Снайперку на 6. Так, а этот мы поставим на 7. Вот так. Ну и сейчас мы возьмем. Так, снайперка нет. Этот всего 1 патрон у нас. Так, здесь у нас нормально. Ну, возьмем вот этот пистолет. Отлично. Двигаемся.
Сразу так ясно, так стало. Новый противник. Нового противника встретили, друзья. Синты. И, в принципе, они не такие уж и легкие, как бы я сказал. Ух ты! Иди нафиг, ты кто? Ух ты, он не один. Медведи, медведи. Ай-яй-яй-яй-яй. Что за... Так, я не понял, где двустволка? Мы двустволку не поставили, что ли? Нет, походу. С этими оружиями, блин. Вот так. Четверка так, это так, это так, так. А на двойку. Пистолет института. Вот так. Ягаи какие-то, ягуаи. Ладно, не будем отвлекаться от них, на них. Обойдем пока стороной. Я, честно, не знаю, кто это такие. И связываться я что-то с ними не хочу. У нас есть задание, мы идем по заданию. Так, а где пес? Где наш пес? Мы потеряли опять пса, короче. Здесь пса нету. Короче, какая-то непонятка. Ладно, я думаю, он вернется. Вот такое, такая погода мне нравится. Музычка спокойно играет. Погодка отличная. Соединительный пруд, разводной ключ, молоток, часы, изолента. Что у нас такое? Кисть, текстиль, кисть. Пиво берем, пустая масленка. Только пиво. Отвертку возьмем. Здесь что у нас? Крышки, отлично. Канистру заберем. Так, значит, мы здесь не были, да? Давайте-ка посмотрим. Ферма Грейгарденов.
А, вот и пес. А, отлично, молодчина. Где гулял-то? Расскажешь? Так. Что мы здесь имеем? Метанта. Мятая шляпа возьмем. Карандаш. Крышки отлично. Все шабулу мы брать не будем. Так, телефон, наверное, возьмем. Там тоже, наверное, шестеренки всякие. Что это там? Твой завтрак. Тостер. Так. Все берем. Бурбон, отлично. Вентилятор забираем. Так, у нас спуск вниз. Сломанная лампа. Тоже возьмем. Авторамка. Так, там дверька. У нас наверх еще и здесь комната, да? Ну давайте. Нет доступа. Замок сломан. Хм. Интересно. Ну что, давайте наверх посмотрим. Зажигалка, сигареты, пепельница. Водка. А, здесь содружество. Так, пустая ваза, купол, ива. И давайте вниз посмотрим. Или... Здесь получается... Чё? Крыша, да? Получается. Так, ну а здесь на крыше-то ни черта и нету. Нужно спуститься вниз. Чистящие средства. Хм. Давайте спустимся вниз, посмотрим, что внизу. Сложный. Давайте. Отлично. Найс. Найс. Стресс сохранения. Отлично, отлично. Гаечные ключи. Набираем гаечные ключи. Так. Так. Шпилька, модные часы. Нарядим кого-нибудь из нашего поселения. Модные часы и шляпу. Так, средний замок. Отлично, сейф. Сломали шпильку. Так, еще. Вот так. Отлично. Так, что у нас здесь? Довоенные деньги. Отлично. Это мы все разберем. Патроны для гамма-пушки. Дробовик. Ядерное. Все забираем. Отлично. Камеру забираем. Заводной ключ забираем. Мешок с удобрением забираем. Так, здесь какой-то дверь еще здесь. Тут тошкой баловался. Чудо-клей, отлично.
Отлично. Так, сломанный у нас терминал здесь. Увеличительное стекло. Так. Крысиный яд. Не знаю, зачем это все, но... О, здесь есть химлаборатория. Медь, предмет взят. Сталь, предмет взят. Проводка, предмет взят. Интересно даже. Здесь прям кто-то, блин, мастер какой-то сидел, да? Yes. Так, это все забираем. Так, давайте посмотрим, что мы можем в химлаборатории. Давайте сделаем коктейль Молотова. Лечение, блин, так. Препараты. Сделаем так. Винт можно сделать. Кстати, вот для чего удобрение-то. Для всяких вот таких вот штуковин, психовинт. Давайте это все берем, делаем. Все это, я думаю, пригодится в дальнейшем. Сохраночки. Что у нас здесь? Безумный профессор тут нарисован. Так, отлично, стимулятор RADX. Все, можно. Здесь, в принципе, все, можно уходить. Так. Broken. Блин, дверь как-то сломана. Интересно, что же там за дверью-то? Понятно, да? Вот, ох ты, вот это пропустили. Бутылка с антифризом, баф, вот, бутылка пива не взяли. Так, давайте, 50 метров до Грег Гардена. Ну, в принципе, вот мы и пришли. Что нам скажут здесь? Что подскажут? Найден новый сигнал какой-то еще военной частоты. Логин. Мастерская здесь есть, смотрите. Запчасти. Топливо для мистера помощника. Давайте возьмем. Еще. Хм. Украсть, украсть. Не, красть мы ничего не будем. Грей Гарден. Добро пожаловать в Грей Гарден, дорогуша. Это первый и единственный в содружестве гидропонный сад, обслуживаемый исключительно роботами. Тут вообще нет людей. Именно так, дорогуша. Мы полностью автономны и не нуждаемся в человеческом руководстве. Видите ли, тут есть роботы двух типов. Рабочий занимается физическим трудом и техобслуживанием, а мы, управляющие, то есть я, Грин и Браун, обладаем сложными когнитивными процессорами. Мы способны на комплексный анализ и принятие решений, за что следует поблагодарить нашего создателя, доктора Эдварда Грея. А что стало с доктором Греем? Как и многие другие, он погиб во время войны. Ужасная потеря. Роботы и искусственный интеллект — таковы были две большие страсти нашего создателя. С ними могла соперничать разве что его любовь к телевидению. Думаю, вы заметили, как и прочие управляющие, я личность.
Давайте сарказм. Господи, не успеешь обрадоваться отсутствию в прекрасном новом мире телевидения. Ну вот что, если вам понадобятся припасы, поговорите с Грином. Если же нужны крышки, у Брауна может найтись работа. А я хотел еще кое-что сказать. Точнее, спросить. Скажи мне, дорогуша, как тебе здешняя вода? Дрянь. Просто гадость. В самом деле, да? Напор упал, радиационный фон усилился. Да это практически яд. Только представь, что она делает с моей кожей. Так не годится. Не хочу тебе навязываться, дорогуша, но ты нам случаем не поможешь? Что требуется? Что от меня требуется? Большую часть воды мы получаем со старой станции в Уэстоне. Это к югу отсюда. Такое убожество. Будь паинькой, нанеси им визит, хорошо? Может, приберешься там? Наверняка там сплошная грязь. Если она снова заработает, я непременно придумаю, как тебя отблагодарить. Так, осмотреть очистную станцию. Ну, давайте отправимся. Так, где у нас эта очистная станция? Далеко ли от нас она находится? Смотрите, очистную станцию. Ну, в принципе, недалеко. Смотрите. Пес, идем. Содружеству снова нужна наша помощь. Помощь минитменов. Генерал с верным псом идут на помощь. Так, водичка. Вот там вижу какой-то шар. Случаем это нечестная станция. Мне кажется, что да. Что так и есть. Текс. Друзья, вы это видите? Что-то мне подсказывает, будет не так просто. Такс. У нас всего 5 патронов снайперки. Давайте попробуем. Так. С кого начнем? Давайте, раз он там стоит. Ух ты. У, нифига себе. Вот это жесть. Так, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Так, 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 сдохни, сдохни. Ты псина, псина, уйди. Ай-яй-яй. Черт. Ух ты, кто пришел? Карликовый. Ягай. А, бежим, 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 бежим. Друзья, что-то здесь такая жопа началась. Ай-яй-яй-яй. Так. Беги, беги, беги. А-а-а. Жесть.
Давайте еще разок попробуем. Так, здесь у нас 5 патронов. Ух ты, нифига себе там с такой установкой. Чё за пики? Ай-яй-яй-яй-яй! Ох ты, нифига рванула! Чёрт-чёрт. Так-так. Нужно какое-то... Не знаю, с чего бы... По ним пофигачить. Пробивающий дрын. Крышка, ядерный материал. Крышка, меня согнулся. Пусковая установка какая-то. Дрын. Легендарный ротолин, крепляющийся рейдерская броня какая-то. Интересно. Так, пока мы сражались, тут началась ночь. Так, так, так. Да что там? Кто ж по мне стреляет так? Какие они меткие-то все. А? Спрятаться за дерево давайте. Сейчас мы тебя уруем. Тихо-тихо-тихо. Блин. Окей. Надо было сразу вот так... Ах, ты убежал, а? Готов. Текс. Так, к нам бежит. Нифига он такой, смотрите, просто скользит. Собака, собака, мочи его, мочи. Сейчас я его пока... Блин. Так. Пёс, давай, отвлекай, отвлекай его. Отлично.
Молодец, пес. У нас еще там. Так. И зарядочка. Давай, дохни ты уже. Сколько можно? Отлично. Так. Еще кто остался или все? Или все готовы? Как эти мутанты, блин, скользят по воде, это вообще что-то нечто. Текс. Да зачем ты воду-то пьешь, а? Охотничий карабин. Ух ты. Возьмем. Давайте тогда, где там охотничий карабин? А, 308, да? 308 у нас что? Снайперка. Тогда я думаю, не нужен нам охотничий карабин. Ух ты, 10 радиаций. Так, нам получается вот сюда. Давайте-ка здесь пошлындаем, посмотрим. Что можем? Тут крышка хоба отгнулся, мешок с мясом. Что у нас? Блин, радиация-то нормально кушает. Собаки, по-моему, пофиг. Радиацию носится здесь. Как дома. Так, туда позже пойдем. Что здесь? Тут разговаривает, да? Нет? Радио. Нафиг тебе? Только пиво. Крышки 12, отлично. Можно поспать. Удочка. Так. Прошлись по кругу, ничего нет. Так, давайте вон в тот сарайка. Здесь у нас трупешник. Так. Шлем супермутанта с лезвием. Возьмем. Патрончики, отлично. Ядерная батарея, патрон для гамма-пушки. Бедренная кость. Что за бедренная кость? Берем. Смотрю, супермутанты любят пивко, да? С
рыть. Текс. Я вижу еще какой-то бункер. Что за бункер? Лифт. Лифт не работает. Для чего-то же он нужен здесь, этот лифт. Значит, в дальнейшем может и заработает. Так, что у нас? Давайте отправляемся на станцию. Собачья миска. И продолжим. Так, а здесь что у нас? О, кисточка, патроны. Отлично. Сумка еще тут. Спальник. Давайте отправимся. Так. Я думаю, здесь нас тоже будут поджидать мутанты. Грязная вода, смотрите. Теркула. Крышки прям целые. Целых 11 штук. Что здесь у нас? Смотрите, сколько воды. Терминал администрации. Папка, папка, папка. Сигареты берем. Пепельницу возьмем. Телефон возьмем. Бздынь, я пришел. Еще вентилятор. Крышка. Кстати, крышек, по-моему, мы еще ни разу не тратили, да? О, свернутая газета. Не надо. Давайте посмотрим, что у нас в терминале. Так, служебная записка мероприятия для прессы. Напоминаем, что во вторник 26 октября будет организована экскурсия по комплексу для представителей местной и национальной прессы в рамках мероприятия Western Wellness. Сотрудники обязаны вести себя вежливо и проявлять сдержанность в общении с прессой. Все вопросы, особенно о недавней вспышке холеры, необходимо перенаправлять в отдел Western по связям с общественностью. Будут распределены упаковки воды Уэстон. Предлагайте представителям прессы одевать совершенство. Интересно. Так, заказ констовара. Оп, карта обновлена почему-то. Так, неделя 17 октября. Первая коробка печатной продукции Уэстон Wellness. Сувенирные ручки с надписью Уэстон. Визитные карточки, питьевая вода. Упаковка для воды Уэстон пустая. Так, что у нас там? Карта-то обновилась. Diamond City. Гараж атомных котов каких-то. Ферма Уорвиков. Ферма Финча. Ten Pies Bluff. Станция Бетфорд зачищена. Гнилая свалка. Лиси. Супермаркет зачищена. Хм. Своя метка. Убежище 111. Понятно. Так, понятно, что ничего не понятно. Давайте отправимся дальше. Крышка, патрон осколочный. Так, автомат. Ой, автомат, пистолет автоматический. Так. Фигня вся. Увеличительное стекло возьмем. Заплатный костюм. Картофельные чипсы на Принглс было похоже. Так, с папка. Вон еще шляпа. Пакет крови, отлично. Еще каска. В
Будут у меня все в касках ходить. Еще каска. Смотрите, вода еще. Это что, костюм Земли Мира. Отлично. Так, лифт. Ну, давайте сначала посмотрим, что здесь, а потом поедем на лифте. Отлично. Крышка, зажигалка, изолента. Чудо-клей. Люблю я чудо-клей. Стимулятор здесь еще лежит. Так, что у нас здесь? Здесь у нас лестница наверх. Че за звук? Что-то странно. Звук какой-то непонятный. Так, что у нас здесь? Ни черта здесь нет. А здесь? Так, что ты нашел? Где ты? Где ты? Где ты? Я бегу за тобою. Давай, показывай. Показывай. Сейф ты нашел. Умница. Сложный. Ой. Сразу видно, что сложный. Sweet. Отлично. Тир один. О. Шкалка, предохранитель. Винзурку не будем брать. Нафиг надо. Так, давайте. У нас 14 осколочный гранат. Может, вместо. Коктейль молота, выберем гранаты. Крышки. Стопка. Кто-то прячет стопку здесь. Золотые часы, отлично. Так, терминал можно. Наугад просто сразу же. Так, служебная записка. Мероприятие для прессы. Напоминаем, что во вторник 26. Так, это мы читали. Понятно. Управление замком. Открыто. Это замок, короче. Управление прожекторами. Деактивировать. Интересно. Так, там было, тут было написано управление замком, было написано состояние замыкающего механизма заперто. Деактивировать замок. Давайте мы откроем замок. Открыт? Открыт. Что за замок, фиг знает. Так, в принципе, здесь все. Что это? В принципе, здесь все. Ну что, поехали на лифте. Куда привезет нас лифт? Не поедешь со мной, что ли? Ну как хочешь. Нижний уровень. Так, и что у нас здесь на нижнем уровне? Тихо, 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 тихо. Опс, 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 опс.
Тихо, 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 тихо. У вас нет шансов попасть в эту цель. Почему? Текс. Терминал управляющего, такой простреленный терминальчик. Так, что у нас было здесь? Крышка. В турели-то. Сколько, что у нас? Патроны, предохранитель, отлично. Замок тут легкий. Легкий замок. Не понял. Химлаборатория здесь. Патрончики. Давайте хоть опыта получим, откроем замок. Got it. Отлично. Так, что у нас здесь с терминалом-то? Служебная записка, мероприятие для прессы. Понятно, это то же самое. Служебная записка, текущий бюджет. Руководящему персоналу текущий бюджет. Во втором квартале наше региональное массачусетское подразделение понесло рекордные убытки. Высокие эксплуатационные расходы и сложная нормативно-правовая среда создали худшие коммерческие условия за последние годы. Если мы хотим оставаться лидером на рынке городского коммунального обслуживания, нам нужны инновационные решения. Так, администрация хотела бы отметить заслуги мистера Сола Аренсона, директора распорядителя Уэстон. Его смелые эксперименты с очисткой сточных вод. Мы уверены, что риск для здоровья населения минимальный, а снижение затрат на обработку значительно улучшит нашу финансовую ситуацию. Понятно. Какие-то проблемы с финансами были у них здесь, да? Крышка. Что за кнопка? Ух ты ж, ё-моё. Так. Да. Ну давайте здесь посмотрим. Тихо, 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 тихо. Опа, 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 па. Текс. Стопэ. Ух ты, попал. Готово. Одна есть. Так. Так, ну это далеко. Это далеко. Блин. Чтоб тебя. Разобрались. Давайте здесь посмотрим до конца, что у нас здесь есть. Крышка, хлопковая пряжка. Крышка. Паяльная лампа, отлично. Алюминиевая канистра. Так, терминал еще здесь у нас. Будильник давайте возьмем. Заборы. Вы нашли выпуск журнала «Заборы». Теперь вы можете строить в поселениях садовую мебель. Прикольно. Прикольно. Взять. Так, служебная записка, понятно. Журнал коммуникации.
Закончили гидроизоляцию опорной системы турели. Первые проверки дали хороший результат. Если помещение опять затопит, новые датчики отключат турели. Было бы еще хорошо, если бы они не коротили раз в 2 недели. Фикс. Дальше. Что ж, они работают. Эми счистил отстойник и опять забыл закрыть впускной клапан. Фонтан был что надо. Турель 4 захлопнулась и не пострадала. А потом поднялась, как только закрыли клапан. Как новенькая. Эмиса вот только жалко. Дальше. Планово техобслуживание защитных насосов, хотя оно им и не нужно. Это на всем остальном центре сэкономил. А эти штуковины вечно прослужат. Так. Сол устраивает во вторник какой-то банкет для прессы. В понедельник всем сотрудникам придется остаться после работы, чтобы навести порядок. Мне удалось их убедить, что на перепрограммирование турелей, чтобы те не перестреляли гостей, уйдет целый день. Ушло минут 10, зато теперь весь день могут заниматься более важными делами. Например, красной угрозой. Что за красная угроза? Так, управление турелями. Ошибка не цели. Пожалуйста, примите все меры безопасности при работе с турелями. Понятно. Отключить. Можно было тупо отключить их. Так, давайте. Да чтоб тебя. Жесть. Nice. Так, давай я на крышке. Патроны. И здорово. Так, этот пистолет мы брать не будем. Так, изолента. Отлично. С антифризом. Сталь тут. Друзья, сталь. Она нужна нам. Микроскоп возьмем. Тоже пригодится. Чё это? Что-то у нас тут шумит. Огнетушитель. Еще кнопка. Не работает. Кнопка-то не работает. Так. Ну что, у нас есть еще остался проход вот сюда. Давайте сюда исходим. Выполнено, смотрите, очистную станцию. Осушить очистную станцию. Ребят, посмотрите, она затоплена. Просто тупо затоплена. Каким-то непонятным говном. Так. Свинина с бобами. О, мы спустили воду, друзья. Спустили воду. Отлично. Ох ты ж, ё-моё, болотник. Да ну, здесь бронированное стекло, что ли? Да офигеть. А это что? Действующее уведомление. Внимание. Главной камере обнаружено затопление. Двери распределительного блока закрыты для минимизации ущерба комплексу. Внимание. Не удалось установить соединение с аварийным защитным насосом. Может потребоваться ручное управление. Внимание. Вследствие затопления главная насосная станция работает не на полную мощность. Системная диагностика. Состояние насоса. Так, источник питания 27%. Главный насос норм, уровень 79%. Активные защитные насосы 1 из 4.
активен. Не удалось выполнить команду, перенести. Так. Значит, нам надо будет, короче, включать насосы, да, вручную. Руководство по эксплуатации. Данное помещение оснащено 4 аварийными защитными насосами модели 6. Это полностью автоматическая система удаления воды, обеспечит сухость и безопасность вашего комплекса на ближайшие десятилетия. В случае сильного затопления, хотя это маловероятно, насос модели 6, полностью погруженный под воду, может перестать работать. Для перезапуска насоса используйте автоматическое ПО на данном терминале или найдите ближайший к насосу переключатель и воспользуйтесь им. При этом активируется дополнительный мотор, который должен... Что должен? Что он должен? Все. А, рассчитать за тор и вернуть насос в нормальный режим работы. Понятно. Оо, болотник с панцирем. Ну давайте. Ух ты, привет. Держи. Держите, держите. На, просто. И тебе. Уё. Офигеть. Отвали. Ой-ё. Ой, горе. Моё. А, загнали меня в угол. А, чёрт, чёрт. Беги-беги. Ой-ё. Давайте. Повторим. Меня не видит. Лучи. А, лучи. Еще одно. Бах. Отлично. Так, может, выберем вот так вот, да, ружье. Здесь кнопочка. Собака, не пугай так. Так, да. Мы открыли дверь, короче. Понятно. Текс. Мясо болотника. В щепки просто его. Давайте я мясо заберу. Крышка еще у него тут. Текс. Что за дверь? Got it. Отлично. Отлично. Ножницы, изолента. И все. И все. Что здесь? Вентилятор заберем. О, отлично. Ух ты, привет. Тихо, тихо, тихо. Куда полез? Ба! Просто. На, держи, на!
Короче, так, второй насос мы включили, да? О, вижу, куда нам надо. Так, как туда попасть? Ку-ку. Мой мальчик. Такс. Попасть надо в обход обходить, да? Ой, собака, ты чё? Ах ты, козел, там собаку мою мочишь, да? Же. Еще одно. Ой, куда-то улетело там. О, мне тоже досталось, походу. Фига, зачем? Ай-яй-яй-яй. Блин. Беги. Черт. Мутанты сраные. Да на тебе. А застрял. Держи. Ай. Держи. Ух ты какой. Держи. Еще. Если так. Вот так. Болотника. Смотрите, яйца болотников давайте возьмем. Слишком много вещей, вы не можете бежать. Вы чё? Так. Выкинуть. И это выкинуть. Да, хоть, то хоть повыкидывал. Ну, похоже на то. Чё ты всю крышку-то закрываешь? Так, отлично. Я смотрю, тут турели, да? Мы их это вырубили, короче. Так. Или спрыгнуть. Ну, давайте. Попробуем. Ой-ё. Спрыгнули, блин. Ладно, держи. Офигеть, просто такой взрыв. Держи. Да. Ух ты. А, я тебе ноги, да, сломал? Просто мясо. Мясо болотников. Нет, ничего не делает. Вот. Ух ты, ты тоже живой.
живучий. Ай-яй-яй. Быстрей, быстрей. Ух ты, у вас сколько там? Я слышал, я вас слышал. Икс. А, черт. Где твоя морда? Да, просто. Больно, да? Ух ты, разбежался. Ай-яй-яй-яй. Твоя морда. А, черт. Ух ты, в обход, да? Вот так, значит. Окей. Так, я все стимуляторы сожрал. Что же нам тут? Съесть. Трожь собаку. Пёс, держись. Так, я потерял, короче, куда нам надо. С этими болотниками чертовыми. Не, чтоб не плодились больше. Тикс. Так, а как туда попасть-то? Йо-йо-йо-йо-йо. Отлично. Перезапустить главный насос. Главный насос это вот этот, я так понимаю. Идем. Отлично, вернуться к управляющему Уайт. Да мы крутые. Отлично. Что здесь? Вода пить. Скучная мина. Двойные деньги, так? Отлично. Так, собака тут шуршит. Поехали. Подъем. Что так долго едем-то? Отлично. Чё-то как
как-то заглючило. Ну, давай, выходи. Либо ты, либо я, давай. Тыкс. Смотрите, здесь... Ой. Это что было сейчас? Смотрите, здесь... Вода тоже ушла. И... Фига себе, ловушечка такая. Так, тихо, тихо, тихо. Ой. Аккуратно, под ноги смотрим. Обезвредить. Тихо, тихо, тихо. Крышка. Собака, ты вот тут только не наступи ни на чё. Бутылка виски. А это чё? Популярный журнал. Такс, где-то здесь, да? Тихо, тихо, тихо. Отлично. Обезвредили. Фига так рвануло просто. Фейерная лампа. Текс. Это все ладно. Блин, не перегружены. Меня интересует тот лифт. Это что? Так, чего выкинуть-то? Дрын-то что здесь делает? Так, меня интересует лифт, который... Там была дверь, типа, закрыта, короче. Так, где он? Помните, нет? Вон он. И дверька открыта. А! Я затупил, мы отсюда приехали. Ё-моё. Я-то думал. Ну ладно, чё. Здесь мы были. Были везде. Здесь были. Чё, отправляемся. Сообщим нашим друзьям. Что да как? Прям легендарный тут рот олень. Автобус разваленный. Такс. 70 метров. И что же нам тут дадут? Он говорил, он нас щедро отблагодарит. Дорогуша, как приятно снова тебя видеть. Тебе удалось решить нашу проблему? Почему это так важно? Так, это стоило больших трудов. Мне пришлось нелегко, надеюсь, оно того стоило. О, еще как стоило. Держи, мы поделимся с тобой урожаем. И я попрошу Гринни дать тебе скидку, если тебе нужно что-то еще. А теперь мне необходимо вернуться к работе. Так, надавали нам всякого. Поговорить с престолом Гаври.
инспектор Браун. Чудесная погодка. Так, друзья. Мы можем. Мы можем. Мистер помощник. Тихо, тихо, тихо. Мы можем пользоваться вот этим, вот этой фермой теперь. Блин, поскольку... Отлично. И здесь я где-то видел... Да. Так, подробнее. И давайте скинем все ненужное, весь ненужный хлам. Тыкс, алюминиевая канистра, арбуз... Так что... Еще канистру возьмем. Так, сохранимся. И что, нам теперь нужно отправиться... Где там? Поговорить с простым Гаври. Гаврику к нашему. Давайте отправимся. Что я застрял? Так, вы это слышали, да? Так, такое ощущение, как будто опять желтеет, нет? Или это просто дождь? Это кто? Ты кто, парень? Тихо. А, рейдер. И опять, кстати, эта фигня началась с погодой. Жесть какая-то. Что-то в последнее время жестко стало. Так. Рейдер, крышка, штурмовой противогаз, стопэ. Давайте-ка. Так, сопротивление урона. Не надо, не надо. И штурмовый противогаз. Плюс к радиации. Давайте возьмем противогаз. У нас как раз сейчас именно началась эта радиация. Понятно, это не надо. Так. Давайте посмотрим. Одежда. Ну это нафиг. Да, это тоже нафиг. Так, шлем. Супермутанта с лезвиями. Тоже не надо. Вот, штурмовой противогаз. Будем переключаться, когда вот такая вот фигня у нас творится. То будем одевать противогаз. Хоть какое-то сопротивление радиации. Так, и давайте выпьем антирадин.
Перестрелка какая-то опять. Слышно было. Так, я кого-то слышал. Что, почти добрались. И наконец светло. Кстати, вы заметили, или это совпадение, или именно вот в том районе такая фигня творится? Да? Мы вот второй раз проходим по той дороге. И такая вот аномалия какая-то происходит. Так, можно снять противогаз. Одеть армейский шлем. Да, друзья, за квест много всего повидали, много всего было. Дальше по планам у нас отправиться полицейский участок, помните, да? Там было, требовали помощи, посмотрим, что там. Вот. А дальше уже отправимся с точки. Дальше уже отправимся там по квесту, который дали нам в нашем поселении в начале этого квеста. Все, псина, мы дома. Осталось найти нам этого гаврика. Рассказать ему все. И все будет. А, отлично. Вот он здесь. Сидит тут на стульчике. Что-то попивает. Yeah. Да? Ну чё. Мне удалось помочь этим роботам из Грейгардена. Более того, они теперь хотят стать минитменами. Пожалуй, мне просто не приходило в голову, что роботы тоже могут у нас служить, но почему бы и нет? Если не хотят помочь, мы найдем им. Теперь, когда ты тылы защищены, что-то. Наша организация настолько разрослась, что стало трудно поддерживать связь со всеми поселениями. Такую задачу решать приятно. Я знаю, как думаю, прошло время занять замок. Раньше задолго до меня там располагался штаб минитменов. О, замок хорошо укреплен, но располагается в стратегическом важном месте, а главное, там есть мощный радиопередатчик, который может покрыть всю территорию Содружества. Такс. Интересно. Что же случилось с этим замком, если он был так хорошо укреплен? Это произошло задолго до того, как я вступил в Минитмены. Как мне рассказывали, какое-то чудовище вышло из моря и зарушило форт. В той битве погибло много наших людей, а оставшиеся не хотели рисковать, потому что это место и забросили. Я всегда думал, что потерял радиостанции и стало причиной всех наших последующих проблем. Так что мне собрать штурмовый отряд у замка? Так. Ну что, друзья? Или попробуем? Нет. Давайте. Мне надо все взвесить. Тебе виднее. Как надумаешь взяться за это дело? У меня для тебя есть новая работа. Наши разведчики нашли подходящее место для строительства. Вот только там располагается логово каких-то кровожадных тварей. Как зачистишь это место, поставь радиомячок, чтобы оповестить поселенцев.
Лишь скоро посреди безлюдной пустыни возникнет новая ферма. Вот так вот, шаг за шагом, мы и вернем себе содружество. Сколько он нам всего понадавал, да? Так, информация. Ресторан Starlight. Провести зачистку. Штурм Форт Индепендес. С огня до полымя. Огневая поддержка. Ну что? Как задумалось ранее. Доберемся до огневой поддержки. Но это уже будет в следующей серии. А сейчас я прощаюсь со всеми. Кому понравилось, ставим лайки. Подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Че ты там в стену-то уперся? Парень. Собака. Вы что? Тебя в угол поставили, что ли? Зюньлон. Псина. Вы что? Ладно. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Пишем в отзывах, пожелания к прохождению и... Ну, все, что хотите, пишите в комментариях. Только по делу. Я со всеми прощаюсь, до новых встреч, всем пока, всем хардкора.